Привет-привет! Доброе утро с солнечного острова Кипр! Добро пожаловать на наш канал! И напомню, зовут меня Екатерина. И сегодня у меня есть радостная новость. У меня в кармане есть стресс. И я провожу 72 часа, это трое суток, совершенно как угодно. Я могу ходить по большим магазинам, непродуктовым. Я могу посещать кафе и рестораны. Я даже могу поехать в гостиницу. Но вряд ли я буду это делать. Но очень скоро для посещения кафе и ресторанов на открытых площадках не понадобится никаких документов. Но сегодня еще суббота, и сегодня еще надо, но документ у меня есть. Сегодня субботнее утро, с чем всех нас и поздравляю. И как обычно, в 8 утра у Арины уже начался урок английского языка, и у нас есть 30 минут для того, чтобы выпить кофе с Андреем и поехать на урок английского языка для Андрея. Так что доброе утро! На сегодня закончились у детей занятия. Арина с подружкой, с бабушкой, с дедушкой, с папой поехали в город Родос, в деревню Кокопетрию. Мы, кстати, снимали несколько видео, когда ездили в деревню Кокопетрию, останавливались там на несколько дней отдыхать в отеле, а мы с Андрюшей идем в ресторанчик. У меня есть тест. Я в прошлом видео показывала, что я сделала тест, и очень хочется уже его использовать, поэтому открылись сейчас ресторанчики, и с тестом я могу его посетить, поэтому мы идем сегодня есть суши в кафе Вага Мама. Надеюсь, там будут места. Посмотрим сейчас. По-моему, там вообще нет мест, Андрей. Здесь, кстати, замечательная детская площадка с муниципальным театром. И на площадку мы тоже как-нибудь сходим, поснимаем. Возможно, вечером, когда не будет очень жарко. Так, ну что, кнопочку-то мы нажали на светофоре? Ждем. Дрюша договорился о столике. 8 и 4. Калифорния 8 и еще один 4? Да. Хорошо. Значит, 12. Да, да. Ура, ура! Давно мы не сидели с моим сыночком в ресторане, и сейчас мы будем кушать суши. Очень по ним соскучились. И прямо сидим в кафе на открытом воздухе. Мы как-то здесь снимали с Аринкой. Она училась суши есть палочками. Именно в этом ресторане почти год назад мы снимали один из наших первых роликов, как Арина учится есть суши палочками. Вообще замечательное место. Здесь, правда, недалеко дорога. Прямо около дороги, но абсолютно не мешает. Кстати, за нами находится здание Американской академии, это английская школа, об этом мы тоже снимали видео, о стоимости учебы в английских школах и конкретно в Американской академии. И, как я уже говорила, вот там за нами, через перекресток, находится замечательная детская площадка. Ее недавно подреставрировали, обновили, и там очень хорошо можно вечером с детьми провести время. Вот, ну, мы любим здесь брать суши. Надо было мне брать это. Кого? Чикен терияки. Возьмем еще? Ну, не, я не хочу. Оно бомба просто. Хороший здесь чикен терияки? Это вкуснее нету на Кипре. Прям на Кипре. Ну, не знаю. Я возьму, короче, одну. Суши, тарелки здесь есть. Вот. 15-16 евро. Да, мне кажется, до локдауна были порции больше. Нет. Нет? Так. Ты просто заказывала по 16. Нет, я заказывала обычно такие. Это Калифорния, да? Так, это Андрюшина Калифорния, это моя Филадельфия. Но мне кажется почему-то, что были порции до локдауна больше. Не знаю. Надеюсь, что вкус-то не испортился. Как, вкусно? Бомба. Нет, мне нравится. Главное, принесли все мне, а я столько Андрей. Где моя мисочка для соуса? А, вкуснота. Он сейчас съест весь мой любимый салат. Как этот салат называется, скажи? Судя по Андрею, здесь очень вкусно. Или ты очень голодный? Я очень голодный.
У тебя просто с огурцами и салатом? Да. Ой, все, я приступаю к еде. Я думала немножко, мне казалось раньше с авокадо она была. Но... Мой любимый салат. Это обычные роллы с лососем, а туда немножко внутрь добавляют васаби, но можно попросить, чтобы васаби была только отдельно. Если, например, Аринка ест, мы просим васаби отдельно. Все, можно теперь идти по магазину. О. Это. Почему это? Чикен терияки ты заказал? Там два вида. Там есть майсу и другое. Ты другое заказал? Ты другое больше любишь, да? Это? А-а. Вот наш чек на двоих без алкоголя. Но Андрей съел значительно больше, честно вам скажу. Чизкейк? А ложечка-то где? Облизываешься? Ну как? Отлично. Чизкейк реально вкусный очень. Блин! Надо было мне тоже заказывать чизкейк. Вообще сейчас достаточно жаркий день, но мы сидим в тенечке и реально прохладно. Я бы даже одела кофточку. На термометре. На термометре 28 градусов, в машине показывает, но в тени как-то вот ощущается очень прохладно. Ветерок дует, свежо, хорошо. Машина-то не в тени. Пришли в Добинамс, тут новые коллекции. Не знаю, как вам. За 185 евро. Вот такой стиль. Так оригинальненько. Очень давно мы не ходили шопиться, все магазины были закрыты. Сейчас пришли в большой магазин, раньше назывался Добинам, сейчас Эра. Я набрала кучу разной одежды, буду мерить. А на входе, точнее на выход. Точнее, на выходе сидит Андрей и говорит, ну как это платье, Андрюш? Андрюш, а это платье? Жалко. А мне очень в нем комфортно. Не знаю, почему ему не нравится. Вообще кажется, что это такой пляжный какой-то вариант. Андрюша? Да, тебе нравится это? Это вообще синий или черный? Ты еще не посмотрел? Бомба. Что из этого бомба? Андрей? Бомба. Это цирк. Так, купила немножко. Вот Андрюха, между прочим, ходит без маски, а я вынуждена ходить только в маске. Андрей, уходим. Самое главное, что у Андрюха заканчивается 6-й класс, это заканчивается начальная школа, и мне очень нужно было купить платье, чтобы пойти к ребенку на выпускной, и я его купила.